Добрый день. Сегодня, по-моему, 16 октября, хотел сказать, ноября, 2014 год. Сейчас будем собирать полку, одежную полку, коридор. Флажок уже. Веселый Роджер. Растрепался. Тепленько сегодня, хорошо, классно. И ветерок. Ветер дует. Ты что, Игорь, продаешь этот? Да, продам. Столик продаешь? Компьютерный столик, вот кому надо, обращайте. Пишите комменты под видео, продадим. Ну-ка его со всех сторон. В разнобой. А это полку делают. Как, обувная это или одежная? Как правильно? А? Игорь. Вот такие дела. Такая крышка на столе. Салатового цвета. А что ты его... вот такой. Облеплен. Аккуратненький. И сколько штук за стол? 15. За 15 тысяч компьютерный стол. Кому? Налетай, разбирай. Как это, помнишь? Как же это операция И была? Полку собрали. Сейчас будет задняя стенка. И полка сверху для шляп. Задняя стенка для крючков. Для одежды вешать. Так вот. И стол вдалеке. Стол. Ну, стол у тебя шикарный. 15 штук. Да грех 20 не дать за него, а? Да? Ну, похвали себя, чё ты? Чё ты такой грустный? Чувак. Братан занимается ерундой. Вот остался маленький карандашик такой, он его все затачивает. Говорит, еще, говорит, хватит на что-нибудь. На что тебе еще может хватить, а? Еще, говорит, какую-нибудь мебель соберу этим карандашом. Вот. Распилили задние, в смысле, выпилили дырочки, отверстия в задней стенке от полки. Вот так. Прилепим. Прилепит и будет полка, остались крючки. Вот эту прилепить. Досточку. И приклеить эту. И все. Листья уже отвалились все. На этих деревьях. А карагач еще стоит зеленый. Вот один и вот второй. За гаражами. А с этих деревьев уже все отвалились, а желтенькие. Вот такая сегодня чудненькая погодка. Такое синее небо. Ветерок подувает. Градусов 20, наверное, есть. Может, 18. В теньке уже прохладно. Ладно, пойдем дальше работать. Вот такая полочка получилась. Обувная, одежная и зеркало. Здесь банкетка внизу стоит. Вот такое зеркало. Банка. Нормальное, красивое, нравится? Нравится, Матюша, нравится. Все тогда. На здоровье носить. Ой, спасибо.